знаешь, как меня зовут, блядь? Нет, вы не представились. Меня Мэг зовут, все меня знают, я старший. Рыба, копченая рыба. Рыба копченая, охуительная. Откуда вообще здесь взялся? Мочку держу, блядь. Не бойся, я аккуратно. Помощь не нужна? Любого рэком смогу. Рэком поставим? Рэком поставим, если что. Рэком поставим, ясно? Ясно. В море, да, мы поплаваем. От маги не уйти, блядь. Никто нахуй не скроется, блядь, от маги, блядь. Любого рекам поставлю даже осу. Че ты меня трогаешь? Че ты меня трогаешь? Че ты меня? Че ты хочешь? Че ты моя лада, это мой Сочи. А за ней, брат, хватит, хватит. В Адлере мы в Сочи, мага, приехал, показывает достойный уровень, достойную работу. Прямо сейчас идем на море, раки, пиво, водка, пирожки, всю хуйню. Все знают, все вижу, девочки интересуют. Кто недоволен, въебал он, нахуй, двойка голову полетит, и я пошел. Рыбы, короче, я на курорте, бля, я сейчас буду торговать, бля, рыбой. Окуни самой, любая хуйня, бля. Рыба, копченая рыба. Девочка, рыба копченая хуйня. Не. Спасибо, не надо. Бери рыбу копченая, смотри, бля, красота, бля. Сам лично ловил, бля, ебал ее, закоптил. Я сам говорил на Тихом океане. Я на громком океане, бля. Ты на Тихом, я там, где суета. А слышу, там суетной океан есть. Вот там я ловлю, там суета рыба, бля. Чё, почём? Вы чё, будете рыбу брать? Барабулька есть? Ты сам как барабулька, б***ь, лежишь. Меня Мэга зовут, все меня знают, нахуй ты. А ты кто такой, порезанный в шрамах весь, бля? Потасканная жизнь твоя тебя убила уже почти, бля. Еле жив. Где зубы проебали? Бля, товарняк сбил нахуй. Лучше быть последним среди воинов, чем первым среди шайтанов. Какую вам рыбу дать? Любую бери. Да любую. Бесплатно, бля. Спасибо, мага. Давай. Спасибо. Тебе что дать, бля? Ничего, давайте одну хлестану, бля. Давай пошарпанный, бери тоже, бля. Ой, красава, бля. Ай, хорошо, бля, карась нахуй. Не мусори только, бля, давай. Меня Мэгги зовут нахуй. Я любого реком поставлю здесь, бля. Рыба копченая женщина, красотка, как принцесса. Любую бесплатно одну дам. Не отравлена, не бойтесь. Любую бесплатно, реально. Бесплатно. Бесплатно одну, нет. Я мага, меня все знают. Я вот повыборочно дарю вам, возьмите любую. Возьмите любую, бля, вот я отвечаю на свой род, буду ганным галимым, если будет что-то не так. Вот возьмите. Вкусная, вы что, нюхаете? Вкусная рыба. Вы мне номерок свой дайте тоже по-братски. А? По-братски, бля, познакомься. А вечером тут закаты, бля, встретим. Дельфинов половим, а? Нет, я боюсь дельфинов. Пойдемте на лодке, я вас перекачу на катамаране. Я педали крутить буду жестко. Номерок мне свой скиньте. Цифры, цифры. Хорошо, я подойду. Хорошего дня вам, рыбку хаваните. Не пожалейте, изи! Че вы, кто вы, бля? Кто ты, бля? Ты-то такой, ты-то. Вы че, ты-то? Ты-то, ты-то. Один минус, не, бля. Страшно, бля. Кому страшно? Тебе, бля. Мне страшно. Ты че, бля, видел, я его нахуй взглядом уничтожил, бля. Я его нахуй щелкнул, бля. Кто нарисовал себе фломастер без колпачка? Ты че, бля, базаришь так, нахуй? Давай, отсюда, Че, давай, то че ты сделаешь, ты? Твоя на скамейке, бля, сидела ровно, смотри в море, бля. Пока не начал кормить, бля, никого там, нахуй. Все меня знаешь, как зовут, все меня знают, бля. Сейчас, бля, тебя ровно, стой, самолет летит, бля. Нихуя не слышу тебя, бля, че базаришь, самолет летит. Я знаю. Ты че, этот, бля, охранник нам,
бля, будки этой с мороженым. Че ты можешь, нахуй? Че ты можешь, бля? Че можешь? Ты че думаешь, да? Твои люди тебя не спасут, нахуй. Тебе никто тут не поможет. Ты нихуя не можешь, бля, ты понял, бля? Серьезно? Я тебе отвечаю, бля, да. А ты че можешь? Ты не обожди. Я могу двойку дать в бороду, нахуй, перевернуть тебе, бля. Хочешь, бля? Хочу. Давай, подставляй. Ну, бля. Отвечаешь, бля. А че ты мазохиста включил, бля? Давай выйдем, бля. Давай, вышли. Как мужчина, давай, давай, давай отойдем, бля. Давай, че ты набазарил там? Какой я тебе фломастер, бля? Мужчина, такой? Бля, подойдите, бля, помогите. Помогите решить, бля, вопрос нахуй. Че, бороду наклеил, думаешь, за тебя хуй, кто прижется, видишь, всем похуй. Давай сегодня, бля, там, нахуй. Давай, 8 часов у стадиона. Давай, что, давай тут, нахуй, вот в этой будке, нахуй. Сегодня 8, бля, не приедешь, нахуй, по фломицин, бля. Давай, бля. Зови откуда? Кого хочешь, весь аул, бля, подтягивай, бля, кого да, хочешь, бля. Я с тобой, бля, слежу. Меня Мэгги зовут, нахуй, все меня знают, никто бля. Никто не знает. Бороду наклеил, блатным да, стал, наклеил. Бля. Наклеил, оторвать сможешь? Могу, бля. Вырублю нахуй. Давай, оторвёт. Отвечаю нахуй. За базар, блядь, свой подтяни тебя нахуй. Фу, бля. В рот его, бля, нахреком подставлю, бля. С Мэгой, бля, рамсинул нахуй. Ля-ля какая купается. Чья это, бля, Барби там нахуй плавает. Чуть поближе надо ее, бля. Не могу достать ее, блядь, вообще. Ты кто там плаваешь? Иди сюда. Девушка, штормовое предупреждение, нельзя плавать. Я спасатель, я вам говорю, нельзя плавать. Кто все? Ты что не веришь, я за тобой пойду сейчас, бля? Что за заварушка, нахуй? Я верю, нельзя туда, бля. От маги не уйти, бля. Никто, нахуй, не скроется, бля, от маги, бля. Куда ты, бля? Я спасатель, говорю, с тобой. Стой, подожди, окунись, стой. А что, от меня убежать решила, бля? Что это такое? Сомневаешься во мне, а? Давай поплаваем, я морской волк, бля. Смотри, что могу, бля. Что это у тебя там такое? Давай я тебя подержу на руках, хочешь? Иди ко мне. Я тебя тут любого вырублю прям в море, блядь. Веришь, нет? Ну так. А что такого-то? Я тебя охраняю, мне сказали тебя охранять. Ты моя львица, тигрица, блядь. Да подожди, не плывай, давай познакомимся. Как зовут тебя? Анастасия. Анастасия, меня Мэгги зовут, все меня знают. Да. Блядь, говори. Не бойся, ой, блядь. Ух ты, блядь. Давай! Спасатель! Самый лучший спасатель! Я зашел без пи***, лимонады себе купить, сейчас подкачу к ним попробую, бля. Братик, спасибо за лимонады! Давай! Девочки, привет, официант высшей категории Мега, бля, продакшн. Я вижу, вы без сушника тут сидите, вам тут не грустно сидеть. Солнце. Я угадал, мы очень хотели. Серьезно? Вот солнце не напекло вам горло, не пересохло, смочите его. Вижу, что вам скучно, где ваши молодые люди, я вижу, их нет и не было никогда. Ты не боишься меня? Не бойся. Нет. Ты не боишься меня? Пока нет. Как вас зовут? Вы хоть по фамилии назовитесь вообще. Кто вы есть? Тебя как зовут? Эля. Эля. Меня Мэгги зовут, все меня знают. Здорово, брат. Тебя как зовут? Катя, меня Мэгги зовут, брат. Че, на море смотрите, да? Чилим, да. Чилим, чилим. Меня ждали. Я знаю, что вы меня ждали, но тут место, для двоих. Или вы хотите эту кровать, можем совместить и устроим тут на туре, пати. Столько дыма будет, что от шишки моей загоримся здесь, вместе все. У меня вопрос к вам. Сегодня дискотека намечается у меня на хате. Не хотите подъехать сегодня вечером? Ну, а вы кто такие... там будет? Кто там? Я там буду, этого достаточно, блядь. Вас никто не тронет, не обидит, блядь. Любого реком поставлю, кто подойдет, блядь. Любого. Хамзата знаешь? Лучший мой друг. Тебя, бля, в порядок приведет, если надо. Если не надо, не тронет. Ну, он сам решит, как ему надо, блядь. Я на самом деле ничего не могу там сделать. Асу могу убить, блядь, за одну пи***ь. Ой, как и не было ее. И так будет с каждым. Любого реком поставлю, даже осу. Еще два номера. Катя, как номер какой? 8-900. Давай, Эля, какой номер у тебя? 8-952. Да, я тебя дай поглажу чуть-чуть, легонько, не бойся меня. Ты моя кошечка. Я тебе на ушко одно слово скажу, ты меня охуенная, блядь. Ты моя с***, блядь. Ты моя. Где мужчина нужен настоящий, чтобы тебя любил, бля, уважал, бля, да? Я могу наполнить твои баки, бля. Что ты полный, бля, Бенз, нахуй, М5-я моя компетишн, бля. Ты мою М5-я боком дашь, бля.
сегодня, дай бог, ко мне. А теперь ты иди сюда ко мне, я тебе на ушко скажу одну сказку расскажу. Ты мой огонек номер два, ты мой Лазурь Бич Отель, ты мое все, ты М8, бля. М8 на втором стейдже 900 сильная, я с тобой сегодня вечером увижу. Все, состыкуемся, девочки, отдыхайте. Если нужна будет помощь, свистите, я здесь. Меня Мага зовут, все меня знают. Вот это охуенные тёлки, бля. Здрасте, я прочитал, у вас тут, короче, натуральный мороженый, да? Основа молоко, сгущенка, сливки. А ты любишь сгущенку, бля, а? Я люблю своего мужа. Да, а при чем тут муж и сгущенка, бля? Ну сделайте мне одно мороженое, которое самое лучшее, дайте мне. Или ты у меня самое лучшее тут, давайте, а? Давайте я вам самое вкусное сделаю. Давайте, самое вкусное. Такая ты тут Барби стоишь, бля. Не страшно, тут такие ходят, бля, маньяки. Не а? Хочешь, я буду защищать тебя здесь? А? Я могу защищать себя. И любого здесь могу реком поставить, прямо так облокочу об эту будку, бля. И вот так его, бэ, бэ, бэ. Оно, да. Вы что, тоже мороженое хотите? Спокойно общайся. Девушка хочет познакомиться никто со мной. Никто не хочет познакомиться. Я покупаю мороженое, что ты орешь, бля? Общайся, все. Давай, съебал нахуй. Ты что, блядь, охуел? Очки сними, такую говорю. Ты свои руки, блядь, в кармане. Я с их жопу засунул, что все уже, да? Давай изначально от девушки отойдем здесь, поговорим. Давай по одному. Зачем это делать? I heard that pussy good, playing in motion, I can sense it. This red dot on his nose, I'm trying to bust it like a pimple. Say, cause don't hit the track, it everybody try to keep... Саша, сделаю тебе, не бойся, я аккуратно, бля, делаю. О, да, тебе нравится? Невероятно. Невероятно, да. У меня руки бархатные, шелковые, бля. Любого рэком ставлю, все в эхой. Бля, кинг-конги, бля. Нормально вы, бля. Что, качаетесь, бля, да? А что вы так громко качаетесь? Я спросить у вас время хотел, бля. Солнце высоко, бля. Сколько время? По-нормальному спросил, бля. Чё, какие, думаете, большие все можно, бля, или чё? Что ты хочешь? Что ты меня трогаешь? Что ты меня трогаешь? Я спросил время, узнал. Ты меня что трогаешь, ты? Ты что, бля? Давай выйдем, бля. Давай выйдем. Давай, бля. Не ссы, нахуй, не трону, бля. Иди на. Здорово! Чё, как дела у вас, бэби? Я вижу, вы скучаете, да? Как вам вообще мой город Сочи? Нравится? Для отдыха пойдет. Недорого? Нет. У меня тут отель есть мой. Хотите, заселю вас? Заселились уже. VIP-номер, бля. Мы в люксе живем. В люксе где? В горах? Ну от моря сколько, бля? 40 километров? У меня 2 метра от моря, бля. Массаж, хуя, вся хуйня. Меня Мэгги зовут, не? И все меня тут знают, да, бля. Ёбаный самолет, подожди. Это мой самолет. Да, а тебя как зовут? Анастасия. Анастасия, я вижу, тебе смешно, бля, да? Хочешь, я тебя рассмешу, бля? Анастасия. Да. Давай на бруденшафт и мороженое пашем. Не, я ваше мороженое не люблю. У тебя есть парень какой-то, хоть один? Хоть один, может быть, найду. Ты чё меня, бля, подъебывать решила, бля? Хоть один я, бля, рыбацкие сети с собой носишь, но на сама пойдешь с усами. Или дельфинов ловишь, бля. Ручных. Нет? Ручных дельфинов, бля. У меня есть ручной дельфин. Хочешь, покажу в море, идем поплаваем. Но у меня акула маленькая. Подраставшее поколение, не? Да, местная шутка была. Местная шутка. Я больше знаю, чем вас. Я ее придумал, бля. И любого реком поставлю, кто ее украдет, бля, понимаешь? Будем, короче, знакомы. Я здесь хожу, главный, самый старший.
Да, ты только дай знать, где ты находишься. Да, любое время поставим, если что. Кто обидит, говори, свисти. Я пошел. Мужчину потеряли на самом деле. Настоящего бойца. Я морской волк, все меня знают. Все, давай. Короче, мы приехали, мы уже на месте. Мы сейчас собираемся нырять 207 метров в глубину. Извините, пространство. Надо прыгать. Да, конечно. Вот оттуда через. Да, да, да. Вот туда вниз. Ой, а тут красиво, красиво. Я опять на очке. Мне два прыжка подряд, ребята. У меня четвертый и пятый бесплатно дается. Спасибо большое, Skypark. Спасибо вам за эту возможность еще раз стрессануть бесплатно. Но я вас уверяю, ребята, кто думает и постоянно гоняет плохие мысли в голове, что вдруг что-то пойдет не так, это все ваши демоны, которые сидят и вас отговаривают. На самом деле все максимально безопасно. Ни одного случая здесь нет, ни одного. Три страховочных троса, которые тягают корабли, двое инструкторов перепроверяющих. И самое важное, вас никто не заставляет. Вы сами идете и делаете этот шаг. На меня всего трясет, ребят. Я хочу жить! Я люблю эту жизнь, ребят! Мне совсем не страшно! Второй раз! Сейчас прыгну вперед и попытаюсь развернуться. Это будет бомба! Мама! Мама бы мной гордилась! И папа! Ты мной гордишься или нет? Сын стал супергероем! Моя бабушка меня любит. Она сказала, что я самый лучший внук. Она сказала, что самый лучший внук это Эдик. Это вам не письки воробьям показывать и ни слова из трех букв на заборе писать. Это очень серьезные вещи. Самый лучший чистый адреналин в мире. Топ! Мага на взрыве, на взлете! Ну уже, на самом деле, все, я уже не так страшно, мне все хорошо. Ну что, как? Да, да комментарии. Бомба пизда! Ну что, вот и все. Понапрыгали все, уходим отсюда. Это был Skypark Сочи, 207 метров, баш. Мне понравилось. Привет, Гусенька. Привет. Ты что, куда? Ты в очереди? Да. Ты что, нервничаешь, не бойся меня, меня Мага зовут, все меня знают, я горючий охранник, я здесь всех охраняю. Что да. Охраняете? Я здесь пляж, я старше за пляжем. А ты что, хочешь купить мороженое себе? Какое мороженое хочешь? Шоколадное. Да. Как зовут тебя? Алиса. Алиса. Ты в моей стране, ты в чудес. Точно. Ты есть мужчина? Настоящий, я имею в виду, не вот это шушера-мушера, бля, кто, блядь? Не скажу. Не скажешь? Значит, я есть, это он есть, да? Знаешь, как меня зовут, блядь? Нет, вы не представились. Меня Мэгги зовут, все меня знают, я старший. Просто мороженое для моей дамы, шоколадное, с начинкой какой хочешь, брусника. Я не хочу арбуз делать. Хочешь с тобой сегодня на свидание пойдем? Я такой арбуз открою тебе, покажу. Большой такой круглый, их два у меня. Ручного дельфина тоже могу показать, охуеешь. Какое у вас прекрасное чувство юмора. Да, они на арбузах сидят, эти дельфины. Ты что, серьезно одна, да? Ты одна заблудилась на пляже? Я отдыхаю с подружкой. Какая бомбовая фигура, ты одна здесь. Хочешь, прогуляемся с тобой прямо сейчас за ручку? А? Девочка моя, а ну пойдем со мной. Куда тебе вообще? Вот туда. Давай за ручку тебя проведу, мало ли кто спи***т, украдет, ударит, блядь. Тебе удобно в этих ботинках ходить, блядь? А? Да мне удобно, я этими ботинками ебаники ломаю, только так раз, два, двойку дал, блядь. Ну идем с тобой покупаемся в море. Хорошо плаваешь? Я морской волк, блядь, все меня знают, я морской волк.
Слушай, ты вообще такая интересная, на самом деле. Я думаю, что у тебя мужчины нету, сразу видно, блядь. Потому что не подходит тебе никто, тебе нужен особенный, да? Почему это ко мне никто не подходит? Ну, в смысле, ты сама, я имею в виду, ты не выбираешь, видишь, что тебе лохи не нужны, правильно? Конечно. Тебе нужен толковый, только блядь. Только серьезные парни. Слушайте, мы можем под этой крышей, блядь, отдохнуть сейчас с тобой, блядь, жестко. У меня есть зонт, палатка, блядь, можем накрыться, блядь, уйти от всех. Хочешь? Накрыться? Ты такая принцесса красивая, ты ничего не делала себе? Ни губы, ни грудь, ничего не попала? Нет, у меня натуральная красота. Все натурально, охуенно. Слушай, давай как-нибудь, блядь, достыкуемся, давай номерок ты мне, блядь, 8-931. Ладно, я, короче, пошел, блядь, принцесса моя девочка. Иди к подружкам, потому что заблудишь. Стой, подожди, дай обниму последний раз хотя бы, блядь. Ой, блядь, я скончу, блядь, давай все. Пока. Давай, блядь, бомбовая девочка, пиздец. На то ли взрывная, а я бы ее залетел, но у меня есть девочка уже. Копченая рыба, бля. Интересует, бля, рыба есть. Нужна? Ну хуй мне твоя рыба. Похавай, бля. Девочка, будешь рыбу, бля? Ты моя рыбка. Была бы ты рыбка, ты бы у меня висела, бля, тут, нахуй, бля, клянусь. Разъебал бы по-страшному. Тебя бы, бля, дорого продавал, бля. Ну ты как русалка. Ты уже моя рыбка. Какая твоя рыбка? Кольцо где? Вот кольцо. А где твое кольцо? Он врет мне. Проебала, утопила в море, бля, неблагодарная. Принцесса моя, бери любую рыбку. Ты моя конёк, ты моя это самая, как ты понял? Понюхай. А нюхни ее, нюхни. Да не, любую, можешь ее заглотнуть прям с головой, бля. Ну давай, что, любую. Вот смотри, какая есть большая, бля. Отрывай, бля. Хорошо. Ай, бля. Девочка моя, принцесса. Да я не прислоняюсь, я что, метро прислоняться к тебе, бля. Глотни на карася будет, бля. Почищу для тебя его, эту чешую слежу сам, бля. Давай попробуй реально. Ну все, на жаре сколько тут? В какой жаре, бля, только со своего дома холодильник, бля, лежал на. Давай попробуй. Ай, какая, бля, хорошо ты его прокусила. А что, в песок закапывать не будешь? Слушай, я могу откопать яму тебя в натуре закопать, бля, если хочешь. Давай попробуем. Пока копай, я пока продам рыбу, бля, залезешь туда, закопаешься сам. Окей. Будет одна голова торчать, как у страуса, жопа. Копченая рыба, берем рыбу. Окунь есть, парк? Окунь, бля, взорванная, бля. Магане продакшн. Дай окунь морской. Я. Давай бери, где он тут, я хуй пойму. Давай бери, о. Меня Мега зовут, просто возьми для понта. Типа ты меня уважаешь, бля. Но у меня тоже свои принципы, бля. Ой, хорошо. Видишь, какой-то лох подходит, леща ему этой рыбой, бля. В голову прям, понял, бля. И у тебя удачи, бля, будет. Береги себя, своих близких, бля. Никогда не предавай никого, никогда не кидай, бля. Хорошо, кидать можно только шалаф, бля. Копченая рыба бомбовая. Нужна вам? Здравствуйте, можно вас на секундочку? Что случилось? Загон на торговле, на пляже. Че? Кто вам вот это вот согласовал с вами сделать это? Ты кто? Ты с кем договаривался? Меня Мага зовут, мне не надо ни с кем договариваться. Я сам по себе торгую, что хочу, то творю. Ты кто такой? Ты что, там ничего не перепутал? Люди вообще сказали, здесь за меня знают. Я ему объяснял, что он не прав, я рыбу торгую, он мне подошел, качать начал тут, бля. Ты да кто ты такой? Приехал, ты откуда вообще здесь взялся? Бля? Я Москву держу, бля. Приехал сюда, будь себя спокойно веди, бля. Да? Я торгую, хочу денег, хочу Феррари, бля. Ты кто такой, что, бля? Что, бля, все хотят это Феррари. Нахуй на катамаран сядь, уедь отсюда, бля. Ходи, говорю, с рыбой, со своей нахуй с пляжа, бля. Ты что, отвечаешь, тебе сюда переверну, бля, а? Ты будешь базарить так криво косо, бля. Меня Мега зовут, все меня знают, тебя рыба хлестану. С этой рыбой, я тебе нахуй хлестану, ты прям нахуй вместе с ней утонешь, слышь, дьявол, ты, чё, бля, ты ничего не перепутал. Криво, нахуй, ты. Очки сними, ты людей не видишь, очки напялил, блядь, не видишь мужчину, блядь. Ты нахуй на себе людей не равняй, блядь, если у тебя на себя, туман ты в глазах, как общаешь, давай отдохни, бля, перегрела пойдем. Тебе голову, нахуй. Пойдем, давай выскочим, давай, решим пошли, вопрос. Пошли. Что ты базаришь такой, в переодевалке хочешь остаться, давай, бля, идем, ну. Давай, бля. Сейчас я из тебя сделаю, блядь, красоточку. Что тебе тут, кошака, блядь, бить? Тигра захотел? Тигре надо. А ты соответствуешь этой всей теме, а? А ну рыкни мне, как положено. Громче, сучка. Как назовем тигра? Вася. Вася? Ты точно мастер? Я? Я чемпион бомжей по боксу. Я не мастер. И делаю это не очень хорошо. Но! Я знаю, кто сделает это намного пизже и лучше. Допустим, тот самый рукав, который вы хотели к себе бы. Давайте знакомиться. Полковник Мамура,
сейчас будет представлять вам каждого из мастеров, где же я забивался все это время и пропадал. Лежи, никого не трогай, я сейчас скоро приду. Директор, главный человек этого тату-салона, за сколько мы забили этот рукав вместе с шеей полностью? Скажи, пожалуйста. Весь этот проект у нас занял 1 месяц. Целиком. Это быстро? Это очень быстро. Плюс нога вместе с ногой. Ну, она чуть-чуть недоделана, но мы в процессе работы. Что могут твои мастера? Они занимаются татуировками в любом стиле. Делают как графику, так реализм, старые какие-то контурные работы, old school, traditional, Япония, реализм, само собой реализм, цветной реализм. И перекрытие. Самое главное, я пришел сюда за перекрытием. И здесь есть один мастер, который сказал «Изи!» и взялся за эту тему. Саша, скажи, пожалуйста, у меня к тебе вопрос. Если ребята приходят за перекрытием, там кошка нарисована, а он хочет, блядь, тигра из него сделать. Можно это как-то сделать? Меня называют колдуном, я как бы это... Добавляю немножко магии. Шаманишь. Можно сделать, да. Шаманишь, потому что девчонку он внедрил прям в эту всю механику. И рука получилась действительно интересной. Сейчас я вам покажу мастера, который специализируется на животных. Скажи, пожалуйста, ты конкретно по животному миру, да? Ну, по животным. Преимущественно лес и всякие такие штуки, пейзажики. Речка, типа озеро, лес, ближний фон, дальний фон. Вот это все ты можешь красиво все расписать. И медведя на фоне, условно. Или двух. Да неважно что. Да хоть трех. В чем основная сложность? Почему именно животных сложно бить? Почему именно их Потому сложно? Потому что надо грамотно и плавно передать шерсть, именно строение текстуры. Шерстяная движуха пошла. Все работы Рустама можете увидеть также в группе ВК, которая находится по ссылке в описании. И определить для себя, хотите ли вы животных, биомеханику, либо реализм, которые сейчас будут портретные. Спасибо, Рустам. Ну и, конечно же, порно-актер, порно-звезда, блядь, порно-пейзажник. Вы видели, как он мне бьет работу и что с ним происходит? Я его чуть ли не пищу каждый день. Но самое его главный конек – это портретное, насколько я понимаю, да? Расскажи, да. Что ты делаешь конкретно. Портретный реализм, любой сложности, все, что связано с 3D, ЧБ-реализм, в общем. Я видел, что ты навешь на всю спину каких-то рыцарей. Больше половины я уже сделал. Вот. Составляю нижнюю часть проекта. Вот это он набивает. 2 месяца работы, вся спина будет у вас закрыта. Тату-салон находится по адресу город Одинцово, Чикина 8А, торговый центр Олимп, 3-й этаж. Я оставляю группу ВК, вы можете личные сообщения написать, приехать сюда на консультацию также. Все консультации бесплатные. По промокоду Эдварбил вы получаете 20% скидку и, возможно, в какой-то из дней я лично буду здесь присутствовать и, может быть, вам сам набью татуировку. Или его. Как вы хотите. По ссылке в описании переходите в группу ВК, пишите свои сообщения, регистрируйтесь на запись, на консультацию или сразу же на татуировку. Приходите и кайфуйте. Че ты тут стоял? Ты че тут делаешь, б***ь? Че ты смотришь, б***ь? Ты че, маньяк, нахуй? Нахуй ты подсматриваешь, б***ь? Ты... Интересно просто. Или ты за пацанами, б***ь, смотришь, нахуй? Mm-hmm. А подойдите сюда. Как зовут? Ксения, он, б***ь, подсматривал за вами сейчас, б***ь. Разве это красиво? Ты чё, блядь, подсматриваешь? Некрасиво, согласны, бля? Да. У вас есть муж? Да. Давай ты ему все скажем, пусть он ему ебало, бля, набьет, нахуй. Да не, не надо, зачем? Да. Просто не делай больше. Иди сюда, бля. Да, ты чё, бля, в себя поверил, бля? Да, ты чё, в себя поверил, бля? Я тебе сказал, руки. А то чё будет, бля? Сейчас увидишь. Чё будет? Теряйся, бля. Ты понял, где ты был неправ? А? Иди дрочи, бля, тебе легче станет. Нахуй ты палишь их, бля. Конечно. А? Приехал, бля, в гости. Давай иди отсюда, бля. Короче, дорогие друзья, вот эта вся движуха, вся суета, вот эта заварушка вся, по ссылке в описании в Телеграме, где я схлёстываюсь то с одним, то с другим. Все эти видосы прямо сейчас загружены. Переходите, смотрите, поставьте на паузу ролик, перейдите, подпишитесь на канал, а потом посмотрите это все в моем Телеграм-канале, вы не пожалеете. Там не только это, там самое интересное, самый сок, все то, что вы так долго ждали и любите. Эй, а мы продолжаем дальше, полетели. Ебать, орех нахуй, девушка! Вы не заблудились здесь? Я просто спасатель, я за вами наблюдал с вышки там. Вы что-то тут заблудились? Вам помощь не нужна? Я спасатель мирового уровня. Участили случаи красивых девочек, короче, кто-то за ногу нахуй тащит и утаскивает, бля. Вы не боитесь такой темы? Нет, я по берегу хожу. Ты красотка, бля, нереальная. Спасибо. А ты откуда вообще нарисовалась тут? А мы тут с подружками отдыхаем. В натуре? Да, подружками.
Откуда вы выехали вообще такие, не боитесь, что вас украдут, и накажут здесь, а? Вроде все спокойно, люди ходят, все нормально. На че вы без охраны, шастаете, а? Так получилось. Все нормально у вас, да? У тебя есть мужчина свой настоящий? Нету? Нету? Мини-мега зовут, все меня знают, тебя как зовут? Олеся. Олеся, будем знакомы, О, не да, занимаешься чем-то? Чем? Фитнес, да? А боксируешь, Не могу. Можешь? А ну дай двойку, Давай. Та, это единичка была, двойку. Два удара. Раз, два. Хорошо. Я буду защищать тебя. Любого реком поставлю, кто тебя тронет, И чё вы, куда идёте вообще по морю? Море безгранично. Ну, просто вот здесь гуляю, девчонки у меня там. И чё ты к девчонкам не хочешь прокатиться, Да, хочу, просто тут камни горячие, идти вообще неохота. Да? О, да, тут нагрев 40 градусов. 40 градусов. Я как спасатель мага. Могу тебя передислоцировать, если хочешь. Абсолютно бесплатно, потому что я работаю здесь. Это вообще мой, Сейчас. Мужчина, Олеся, не желаете? Продаю, Адам, за 3500, Сейчас решим. Ладно, Олеся, иди к своим подругам, только номер дай мне, я запишу. Вечером тебе наберу, 983. Так, если ты мне сегодня вечером не ответишь, я из-под земли на ты встану и реком поставлю, ясно? Ясно. Все. Короче, я, вышел ночью прогуляться на таком охуенном пляже, сейчас нахожусь, Увидел танцоров, хочу зарамсить с ними жестко, Но танцы у них охуительные. Давайте посмотрим, что там, Я могу ворваться, Что, мага ворвется, Ворваться, маги? А? Тихо, теряйся. Не мешает им, я тоже мастер спорта. А теперь я, ложись давай. Так, десятка падает. Молодцы. Йоу, дорогие друзья, ну что, я прилетел в Сочи, и мы сняли с вами, какой-то нереальный контент. Прошу прощения, если вдруг этого мало, я вернусь сюда еще раз и покажу прибыль уже во второй раз в другом образе. Хотите бабкой? Ну, проверим здесь ее. Хотите, приедет сюда, Кристина приедет сюда прямо здесь, покажет прибыль. Я думаю, она не проживет и дня. Так что просто ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, но... Прежде чем прощаться, убедительная просьба, дорогие друзья, то продолжение всех безумных трюков, которые здесь были в Сочи. Здесь очень много горячих парней, местные вообще недоброжелательно относятся к такому персонажу, как мага, потому что его манера заставляет, шевелиться и делать грязь. Смотрите по ссылке в описании в моем телеграм-канале ту самую драку, когда какой-то тип подсматривал за девчонками в кабинках, я его быстренько в себя привел, и он извинился за все, что он сделал, так еще и получил за это. Ссылка в описании, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это был я, мага из Сочи, которому пришлось нелегко здесь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, улыбки, счастья и доброжелательность. И не забывайте, никогда не сдавайтесь, все будет хорошо у вас. Я пошел, я полетел. Пора в Москву, пора снимать четвертую часть бабки. И я обещаю вам, следующий ролик — это бабка. Покажи прибыль!